Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Осюк. Вже 9 днів миколаївці та гості міста їздять за новим тарифом у миколаївських маршрутках 5 гривень. Майже всі компанії-перевізники виконали умови договору з міською владою, але деякі ще поки ні. Тож, як влада контролює виконання маршрутниками умов договору, як вирішиться питання з проїздом до віддалених мікрорайонів міста та коли нарешті в Миколаєві з'явиться власний автобусний парк, про це сьогодні поговоримо з нашим гостем Олегом Манушевичем, начальником управління транспортного комплексу зв'язку та комунікації Миколаївської міської ради. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання нашому гості за номером телефону 47-7472. Отже, перше запитання, пане Олеже. До підняття тарифу, як враховувався він? Адже те, що пропонували, те, що давали, які підрахунки перевізники, можливо, вони не підпадають під категорію, що це реально правда. Бо квитки ніхто не видає, кількість перевезених пасажирів і реально прибутки перевізників ніхто не знає. Як це було? На сьогоднішній день ми взяли всі дані, які необхідні були для розрахунку. Это рассчитали пассажиропоток. Вы знаете, что было, применялись расчеты технического плана, то есть устанавливали счетчики пассажиропотока, применялись все методы, которые необходимы для этого подсчета. Бралась в расчет формула Министерства инфраструктуры, которую мы рассчитали, и те все данные, которые необходимы, мы туда ввели. По желанию и по просьбам общественности, экспертов, мы выбрали несколько маршрутов, которые были до 10 километров, 10 и более, и около 15. Все разные три маршрута мы вымерили, взвесили, скажем так, посчитали все, что нам были экспертам наданы, те данные, которые необходимы, и вышли на те реальные цифры, которые и принял исполком. Я зрозуміла, в нас є вже телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі? Ми слухаємо вас. У мене питання до транспортного відділу. Так, будь ласка. Я хочу спросити, коли, наконец-то, буде маршрутка к воїнській частині на кладбище? Там есть проблема. Спасибо за вопрос. Есть проблема по этому маршруту. Там остался один перевозчик. Необходимо его было там 8 транспортных средств. Он остался один. Если до конца месяца он не выполнит и не добавит туда необходимый транспорт, будет разрываться договор и будет новый перевозчик. Я зрозуміла. До речі, це запитання не вперше вже звучить в нашому ефірі, бо люди дуже цікавляться цим. Отже, підвищили тариф. Що зараз? Як влада почала перевіряти, все ж таки перевіряти, і чи перевіряє, як виконуються умови договору? Як я і обіцяв, виїжджає ежедневно на маршрут група, це головні спеціалісти управління інфраструктури, Укртрансбезпеки і Нацполіція по одному представителю на всі маршрути. Зараз виїжджаються, перевіряються умови договорів по всем тем маршрутам, которые необходимы. Сейчас основной упор сделан на те, которые мы не видим на наших трекерах. Они все установлены. Сейчас идет перепрограммирование. Мы выезжаем, проверяем всех, фотографируем и внешний вид, и салон, и техпаспорт. Все будет размещено, как просил городской глава и поставил нам задачу, чтобы мы видели на сайте горисполкома все транспортные средства и по GPS-трекеру, и по внешнему виду, как они выглядят, и цвет, и кому принадлежит. Эта работа будет выполнена. Мы брали на это 2 недели. На сегодняшний день уже процентов 40 выполнено все, отфотографировано, сделано. Работа в этом направлении идет. Проверки есть, акты каждый день пишем, все в порядке, работаем. Я зрозуміла. Ну, я пропоную переглянути відеоматеріал якраз з вашої конференції чи спільної зустрічі з перевізниками та владою. Прошу. Перевірили виконання розпорядження мера члени транспортної комісії. Працівники фірм-перевізників продемонстрували, на якому сайті і скільки машин можна побачити онлайн. Система створена для планування поїздок горожан.
Здесь можно посмотреть, выбрать определенный маршрут, но количество машин, которые может показать EasyWay, 189, связано с особыми алгоритмами работы. Сьогодні на Фейсбуці пишуть, що поки 170 машин встановлено, а повинно бути 1000. Я про те й говорю, не 170, а за фактом 434. Не 1000, а приблизно 600-650. У відділі транспорту нам прокоментували, чому миколаївці не бачать цих машин онлайн. Більша кількість перевізників поставили сумлінно, почали встановлювати. У них вже були встановлені трекери у всіх. Але в зв'язку з тим, що тривалий час не було проплати на сім-карти, їх зараз замінюють, перепрошивають і трекери починають працювати. Віалон, який ми бачимо, ми з комп'ютерів в кабінеті бачимо все добре. Де машини знаходяться, коли виїжджають, де вони гаражуються. Але і друга програма, що доступна для городян, вона ще сира. І практично мало видно. Наприклад, на Віалоні показує 450 транспортних засобів, а на другій програмі, що доступна городянам, набагато менше. З'явилася інформація про відмову двох фірм-перевізників встановлювати трекери. Цитували міського голову Олександра Сінкевича щодо розірвання угод з цими фірмами. Є два перевізника, які на сумлінно поставились, повільно працюють в цьому напрямку. Це перевізники «Пік» і «Еталон Авто». «Пік», який обслуговує 2, 9, 17 маршрути, 52 і 91. І «Еталон Авто», який перший маршрут. На цих підприємствах, звичайно, все повільно відбувається. Але вони пообіцяли, що попрацюють над недоліками. Але там питання стоїть не тільки в перевізниках, а й в підряднику, який не встигає на даний момент прибрати недоліки. На сьогодні трекерами вже обладнано 479 маршруток. Їх можна відслідкувати з допомогою спеціального електронного додатку. Влада може перевірити, а як городяни можуть подивитися, де та чи інша маршрутка, яка їм необхідна? Опять же, по заданию городского главы, вы знаете, что все маршрутные такси будут оборудованы, и они на сегодняшний день оборудованы все, где-то процентов 98. Единственное, из тех, которые мы сейчас не видим, они находятся на перепрошивке и на ремонте, потому что транспортные средства и те перевозчики, которые в первый момент отказывались, после встречи с Александром Федоровичем на рабочем совещании, дали свое согласие, приняли сторону администрации, объяснили, по каким причинам некоторые транспортные средства, которые были у них обладаны, они уехали просто в другие города, и у них не было возможности вызвать их назад, снять это оборудование. На сегодня все это сделано. Подрядчики монтируют все необходимые установки, они установлены, то есть мы их установили все. Сейчас ждем, чтобы они их перепрограммировали, показали нам. За те две недели, которые мы договорились с перевозчиками, Александр Федорович нам поставил задачу выполнить и повесить на сайте все данные. Мы сейчас работаем с этой программой. Каждый день идет тенденция, буквально вот еще недавно было 430, на сегодняшний день уже 470, и мы где-то к концу недели уже 520 будет маршрутных такси. А из скольких? Из 580. Угу. Все остальные, те, которые в ремонте еще монтируются, они доделаются на следующей неделе, мы все сделаем, на сайте будет размещено, будет опять же презентация уже более та, которая доступная. Следующим этапом мы заказали, скажем так, приложение, чтобы было видно и на телефонах, и на планшетах. Александр Федорович, вы знаете, сказал повесить мониторы на... Мы один уже дежурный поставили, сейчас смотрим и привязываем эти трекера к тем мониторам, которые у нас уже есть. Пока по проспекту Центральному все это будет работать, мы это все увидим. Я зрозуміла. В нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Здравствуйте, мене інтересує такий вопрос. Коли вирішиться проблема з маршрутками в мікрорайоні Ракетна Роща? Чому я повинна в центр міста, от на Совєтську, Декабристів, добиратися двома маршрутками? Звините, в одну сторону 10 гривень, як би дороговастенько. Дякуємо за запитання. Прошу. Вопрос, понятно, удаленные районы – это сложный вопрос. Это мы стараемся решить этот вопрос, вы знаете, методом приобретения коммунального транспорта, потому что перевозчики на удаленные районы не хотят идти на конкурс. Мы работаем, вы знаете, Александр Федорович поставил задачу приобрести транспорт. Заявки поступлены, банк выбирается, выбирается производитель, который должен производить будет те транспортные средства, которые мы выберем, и удаленные районы будут закрыты на все 100%. В нас есть еще один телефонный звонок. Доброго вечера, мы вас слушаем. Добрый вечер. Витаем.
Скажите, пожалуйста, у меня такой к вам два вопроса. Первый вопрос. Вы когда-нибудь видели, когда люди в Терновке в 10 часов вечера толпами идут по улице, чтобы попасть к себе домой? Как я понимаю, что на маршруте работают водители, которые работают в Терновке. И они, естественно, в 10 часов уже все дома. А как быть людям? Как быть старикам, детям, которые ездят в Советской и хотят попасть домой? Тот же самый вопрос вам по поводу 40-й маршрутки. Раньше она ходила с интервалом 20 минут. Сейчас по полчаса 40 минут стоишь на остановке Северной и не можешь уехать в ту же ракетную рощу. Пожалуйста, если можно, сделайте так, чтобы люди работали. И работали, по-моему, они работают для нас, для горожан, которые платят за проезд им деньги. Как нам быть в такой ситуации по Терновке і по торговому маршруту? Огромне спасибо. Дякуємо. До речі, щодо Тернівки, дуже багато постів, особливо в соціальній мережі Facebook, у відкритій групи маршрутки Миколаєва, дуже багато людей пишуть, що неможливо дістатися. І я особисто не можу дістатися до друзів, наприклад, о 20.00 просто виїхати звідти неможливо. Люди пишуть, що о 21.00 не можуть заїхати туди. Як так? Вопрос хороший. По Терновке и по всему конкурсу, который у нас проведены, у нас они проведены до 22.00, вы это понимаете. Естественно, перевозчики, считая невыгодно отправлять по тому графику, который у них был, и они, естественно, снимают какие-то по одному, по два маршрута. Мы с этим боремся. У нас есть вечерняя смена, которую мы дежурим и отслеживаем. Эти замечания есть. У нас есть, мы дали перевозчикам по вашим вопросам и по Сороковым, и по Терновке до 25 числа, что изменилось. Мы вам будем презентовать то, что изменилось ли условия, при которых они начали работать. Всего лишь на сегодняшний день у нас процент 7-10 вернулось транспортных средств, но это еще, скажем так, на тех коммерческих маршрутах по удаленным есть такая проблема. Мы работаем над этим. До конца, до 25 числа будет анализ, и мы сделаем выводы. В нас есть еще один телефонный звонок. Доброго вечера, мы вас слушаем. Здравствуйте еще раз. А скажите, пожалуйста, вот есть у нас 81 маршрут. Он вообще существует? Маршрутки как бы есть, в сторону на Мыло с ракетки уехать нереально. Ни днем, ни утром, ни вечером вообще. Как этот вопрос будет решаться? И какие сроки? Спасибо за вопрос. Там, где маршруты, конечно же, все существуют в той мереже, которые прошли конкурсы и подписал перевозчик договора. Эти договора тоже подписаны, они есть действующие. Сейчас, после проведенной проверки, мы напишем те акты, где не выполняются перевозчиками те условия договоров, которые мы договорились, и тот же ваш 81-й, который у нас «Приват Автолюкс», мы поставим точку, напишем три акта, разорвем и будем предлагать и выносить на конкурс другому перевозчику предлагать эти маршруты. До речі, щодо 81-го маршруту, буквально сьогодні Світлана Юрова написала на сайт, на сторінці Facebook в групі «Миколаївська маршрутка», що жодної 81-ї маршрутки на Намиві немає. Цей маршрут взагалі святковий. Вранці йде один раз в півгодини і ввечері так само. Тобто, можливо, це якраз Світлана і телефонувала. Тим із тих 12 маршрутних таксі, там їх залишилось два, вот которые они и выезжают. Акты написаны, на сегодняшний день до 25-го мы проанализируем, допишем акт, потому что необходимо выполнить все юридические нормы. Угу. Будем разрывать договор и назначать нового перевозчика. А как вы будете назначать этого нового? Проводить конкурс. Конкурс предлагать все, кто захочет, будем предлагать новые условия, показывать, как будет работать наша, скажем так, мережа, какой будет график, сколько необходимо нам транспортных средств, и после этого будем принимать решение. А взагалі, як часто на конкурс в Миколаїв заходять з інших міст перевізники? Никогда. Ніколи. Чому Ніколи. Так? Что им не подходит в нашем месте? До этого не подходила цена. Тот тариф, который предлагал Николаев, он был один из самых низких. Вот. После того, здесь уже сложились у нас с вами, скажем так, те 10 перевозчиков, которые уже работают, и другие не предлагались. То есть не было тех условий, инвестиционных проектов и всего остального. Мы сможем это сделать только с коммунальным транспортом. Я зрозуміла. Є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі.
Да. Добрый вечер. Витаемо. Скажите, пожалуйста, как вы свой маршрут? Извините, мы услышали. 78-й маршрут вообще практически не ездит. Он ездит раз в день, утром, и то не всегда. А 10-й и 26-й маршрут – это выходные дни, пускай или объявления уже пишут, или как это уже решить эту проблему, я не знаю. У нас в Кульбакино городского транспорта нет. Мы, пенсионеры, не такие богатые, чтобы перекладными маршрутками ездить. Это еще если 29-й не будет ездить, мы практически как пустыня какая-то. Браться нам нечем в город. Спасибо за вопрос. Понимаем эту проблему. Мы знаем и были на встрече с активистами Кульбакина. Проблему знаем. Также точно решается вопрос по транспортным средствам, которых не хватает, и перевозчик не выставляет те необходимые по договору транспортные средства. Решается, что делать после 22. Были предложения дополнительный транспорт вести по другому тарифу. Это рассматривается. 25 числа будет решение. Спасибо. До речі, щодо маршрутних таксі у мікрорайоні Широкобалка, дуже багато запитань, дуже багато скарг людей. 88-й, наприклад, той самий, що з 5 липня була ситуація, що водій маршрутки їхав і дивився якесь там розважальне шоу під час руху. Взагалі, якось там ви впливаєте на цих водіїв? Бо скарг дуже багато таких людей, що то якось неправильно... Ну, зводить не по правилам дорожнього руху, то не чує взагалі, кому де зупинятися, хамлять дуже часто водії. Як з цим боротися? Катя, звісно, ми реагуємо миттєво. Сразу же узнаю спасибо нашим горожанам, что они выкладывают и в Фейсбуке, и все. Есть ответственное лицо у нас из главных специалистов, который отслеживает. По этому вопросу без команды Александра Федоровича, меня лично выезжает группа. Если уже есть он по GPS-трекеру, мы его сразу находим, едем на конечную, либо пересекаем там, где есть на дежурном автомобиле. Если это необходимо сделать с перевозчиком, мы выезжаем на производство в АТП, проводим беседу, выписывается, естественно, штраф, наказывается водитель, ему проводится инструктаж. Если есть понимание, поверьте, на сегодняшний день есть у нас как вплывать и что с ним делать. Довольно-таки из 10 водителей 8 у нас понимают, 2, которые не понимают, вы знаете, недавно был случай с 52-м, маршрутом мы просто увольняем. Пишем перевозчику гневное письмо, вот, просим отреагировать, не будет выполнено, разрываем договор на данный маршрут. Вот такие действия. Перевізники просто бояться. Бояться, бояться разрыву договора, потому что это надо выходить на новый конкурс, надо тратить новые деньги, надо готовить новые документы на конкурс, надо делать новые паспорта. Это плюс участие в конкурсе, это стоит денег, 2500 на каждый конкурс, это каждый маршрут, а если их несколько, то представьте, это приличная сумма. То мы за это как бы наказываем. Работа ведется. Я зрозуміла. Є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрый вечер. Вітаємо. У меня такой вопрос. Я сама с отдаленного микрорайона Матвеевка. Почему так плохо ходит у нас 54-й маршрут? Очень большой разрыв между автобусами. В выходные дни ходит, получается, раз в час, полтора. И буквально последний идет в 19:40. А работает человек до 22:00. И добраться домой на такси за 150 гривен каждый день, вы знаете, очень шикарно. Спасибо. Дякуємо. Спасибо за вопрос. Дуже актуальна тема, да. Матвіївка, 54-й. Є проблеми, ви знаєте, це 54-й маршрут, це наш Євротранстехсервіс. Помимо того, что там необходимо по договору, чтобы было 8 маршрутных такси, их 4. В случае сбоя, те, что происходит на сегодняшний день, это один все время выходит из строя, не можем мы сделать правильный ремонт. И, скажем так, тот капитальный ремонт необходимо вложение, которое перевозчик говорит, что у него нету, с тремя транспортными средствами, конечно, перебои. Это и до часа, и 1:20, вы все правильно говорите. Но перевозчик, вы знаете, Евротранстехсервис вообще написал письмо ввиду отказаться от данного маршрута.
Мы уже две недели решаем вопрос, потому что срок наступает действия письма 20.07. До этого изучаем все возможные за и против, кто будет перевозить, если не этот перевозчик, что применить. Выработали первое. Необходимо сделать несколько действий. Это подрезать те зеленые насаждения, которые мешают двигаться. Подготовить дорогу и те дорожное покрытие, которое, если другой перевозчик будет заходить, чтобы сделать лучшие условия. Смотрим за дорогу. Департамент соцзахисту сейчас вырабатывает, как улучшить работу с теми перевозчиками, компенсация льготных перевозок. До 20 числа этот вопрос будет решен. Александр Федорович поставил первую задачу, мы ею занимаемся каждый день. Матвеевцев мы не бросим, все будет выполнено, работа налажена. А чи є кошти в міському бюджеті, щоб це все виконати, в тому числі змінити дорожнє покриття? Конечно же, дорожное покрытие не будет полностью заменено, но ямковый ремонт будет сделан. Подрезка районы сделают, то есть подрезку зеленых насаждений, те, которые мешают перевозчику. И если это будет новый, он, естественно, будет требовать комфортные условия по перевозке. Все будет выполнено, до 20-го вопрос будет решен. Ще таке от повідомлення я сьогодні побачила у групі маршрутки Миколаєва. Сьогодні довелося проїхати маршрутом номер 54 від Адміральської до Пушкінського кільця. За проїзд заплатила 6 гривень. Чому? Дійсно, там є такий маршрут, є така ціна? Ціна встановлена. Ми встановлюємо тільки, вірніше, встановлює його перевозчик, ми согласовуємо з вами, і ціну встановили на цьому маршруті 6. А, тобто це дійсно вартість? Так, так. Да, это действующая вартість. Там он немного сокращен, этот маршрут, вы знаете, до старого ЖД. Но это принято исполкомом, решение это есть. Я зрозуміла. В нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, слухаємо вас. Алло? Зірвався телефонний дзвінок. Повертаючись до теми Матвіївки, взагалі, чи може Євротранстехсервіс отак відмовитись від цього маршруту? Євротранстехсервіс може написати письмо, що він відмовляється від виконання своїх умов. Ми обов'язані проаналізувати, чому він відмовляється. Ми вислухали всі ті «за» і «проти». Скажімо так, включився в цю роботу Федір Панченко, зібрав ініціативну групу. Ми провели робочу групу з цими громадськими організаціями, ініціативною групою. Вислухали всі замечання, які були висказані. Був приглашений перевозчик, який розказав свої. Був приглашений представитель, це головний інженер Електротранса, який ми просили, якщо буде таке бажання, щоб Євротранстехсервіс віддав в оренду свої транспортні средства. Розглядаються всі питання. Питання до 20 числа будуть вирішені. Ну, наскільки я рік тому була на підприємстві Євротранстехсервіс, і в них було дуже багато автобусів. Зараз на маршруті залишилося тільки 4. Чому? В чому причина? Які причини вони називають? Остальні транспортні средства є, вони нікуди не ділись. Вони тобто стоять, вони просто стоять? Стоять під забором, да. Ви знаєте, що це підприємство працює у нас, ну, як і всі. Но это предприятие работает в белую, у него все числится на предприятии, и работники, и водители, и механики, слесаря. То есть есть определенная нагрузка. В прошлом году Евротранстехсервис дал данные, что он заплатил 1 000 000 гривен налогов. То есть он работает в белую, как положено, с кондукторами, со всеми. А не как большинство перевозчиков? Ну, перевозчики работают согласно норм действующего законодательства. Правильно это? Нет, мы разбираемся, и правоохранительные органы дают инструкцию. У нас нет вопросов к ним. Вот. Ну вот здесь есть такая проблема, и не идут работники, чтобы повысить зарплату, то уже не идут на 7-8 тысяч, работая на этих больших автобусах. Одесса, Херсон предлагает 11-12. Мы предложили перевозчику рассмотреть новые, скажем, зарплаты в связи с повышением. Также до 20 числа у нас будут данные, если мы объявили конкурс на водителей, центр занятости включился, помогает, направляет сейчас, работа в этом вопросе идет. У нас залишилося дуже-дуже мало часу, буквально одна хвилинка, тому останнє запитання. Коли в Миколаєві нарешті з'явиться власний комунальний автобусний парк? І, наприклад, мешканці Матвіївки чи Корабельного району, Октябрського, мого коханого, як вони будуть діставатися? Александр Федорович поставил первую задачу – решить
в этом месяце. Завтра уже будет объявлен конкурс на рабочий орган, который будет вызначать банки, которые будут выдавать лизинг нашему предприятию. Затем производитель, который кто, какой автомобиль мы будем выбирать, какие марки и какое предприятие это будет брать. Тобто, коли чекати? До конца месяца результаты все будете знать. До кінця місяця, а коли вже вийдуть автобуси? Заказ розміщається на производстві. Ми переговорили з производством. Вони всі, якщо ми швидко успіємо відпустити гроші і зробити лізингові договори, то Днях міста планує Олександр Федорович їх запустити. Чудово. Ну що, дякую, що завітали сьогодні до нас. Я з вами прощаюся, шановні глядачі. Вдалої дороги додому. І маємо надію, що все ж таки в Миколаєві з'явиться власний автобусний парк. На все добре.